В этом году на базе первого стационара Люберецкой областной больницы открылось два новых отделения. Плановую и экстренную хирургическую помощь стали оказывать пациентам с заболеваниями и травмами нервной системы, а также артериальной и венозной патологиями. С новыми возможностями современной медицины ознакомился глава округа Владимир Волков. Увеличение где-то 4-5-кратное. Микроскоп позволяет 9-кратно увеличить. Оборудование экспертного класса позволяет проводить операции на головном или спинном мозге, а также позвоночнике и периферической нервной системе. Такая возможность появилась у люберецких нейрохирургов совсем недавно. Новое отделение распахнуло свои двери в мае этого года. Врачи уже готовы поделиться первыми результатами. Мы выполнили около 70 операций на головном и спинном мозге. Пролечено всего около 120 пациентов с хорошими удовлетворительными результатами. Мы оказываем пациентам помощь в плане черепно-мозговой травмы, гематомы различного происхождения головного и спинного мозга. Для плановой хирургии это опухоли головного мозга, это грыжи диска, это аневризмы головного мозга. Отделение рассчитано на 15 коек, такая же мощность у еще одного нового блока больницы сосудистой хирургии. Здесь лечат пациентов с такими патологиями, как атеросклероз артерий нижних и верхних конечностей, а также сосудов головного мозга. Вот, например, у нас есть пациент, который на завтра готовится на карантинную эндартероктомию. У нас такая разработана несколько методик. Мы сначала кладем пациентов на короткий курс консервативной терапии, чтобы подготовить его, улучшить кровообращение головного мозга во время операции, чтобы, соответственно, минимализировать и избежать инсультов. И, соответственно, делаем открытым путем. За первые 5 месяцев в отделении сосудистой хирургии провели около 50 операций. Кроме лечения пациентов, врачи занимаются и научной деятельностью. Мы помогаем пациентам с диабетической стопой. То есть стараемся максимально сохранить конечность, максимально минимизировать уровень ампутации. И вот ведем таких пациентов. Помогаем как и хирургически, так и терапевтически. В новое отделение Люберецкой областной больницы поступают пациенты не только из городского округа и Московской области, но и из соседних регионов. Оказать квалифицированную помощь здесь готовы каждому. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.